Басков предложил Киркорову внести его в завещание. Между Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым на дне рождения натурального блондина возникла шуточная перепалка. 45-летний Басков посоветовал 54-летнему Киркорову внести его в завещание. Филипп сказал, что наследство Николай вряд ли дождется, ибо жить король русской попсы собирается долго, пишет собеседник. Выступавшему на праздновании 45-летия Баскова Киркорову поднесли большое количество букетов. Николай решил помочь другу и стал собирать цветы. Филипп пошутил: «Ты же знаешь, все мое всегда твое», – сказал поп-король. «Напиши это в своем завещании», – ответил Басков. Киркоров пообещал подумать на эту тему. Правда, тут же сообщил, что жить собирается долго, так что имениннику придется подождать.